Благословенный месяц Рамадан уже позади, однако Духовное управление мусульман Саратовской области продолжает проводить благотворительные акции. В честь праздника Ураза-Байрам мусульмане ежегодно оказывают гуманитарную помощь Центру временного размещения беженцев, расположенном в городе Красноармейск. Жизнь в этом и проявляется, когда люди заботятся друг о друге. И мы, иншаллах, в дальнейшем постараемся с вами всегда держать связь и не забывать. Специально для центра были приобретены развивающие детские книги, продуктовые наборы, а также сладкие подарки для ребятишек. Жители этого центра довольны и благодарны любой помощи. Большое спасибо. Сколько мы здесь живем, постоянно к нам приезжает диаспора. Да, с 99-го года. То вещи, то продукты, то книги, то игрушки, какие-то праздники новогодние. Всегда, ну, не забывает про переселенцев, про беженцев, чтобы вам все это зачлось Всевышним, все, что вы делаете для нас. На территории этого временного приюта в данный момент размещено порядка 100 человек, 25 из которых дети. Это беженцы и переселенцы из Кот-д'Ивуара, Египта, Ирака, Афганистана, Украины и других стран. Несмотря на хорошие условия общежития, они все же постоянно нуждаются в поддержке неравнодушных людей. Мусульмане Поволжья постоянно. С 13-го года приезжают к нам, постоянно помогают. Помогают всем. Могут одеждой, также канцелярскими товарами, игрушками, вот такими наборами продуктовыми. То есть всевозможные, когда обратишься конкретно вот что-то, они и идут на то, что даже были такие случаи, когда покупали конкретно для многодетной семьи, 6 человек, телевизор, привозили и дарили телевизор. Активисты Саратовской мусульманской общины просят Аллаха улучшить положение беженцев и надеются, что эта благотворительная акция сделает их жизнь немного ярче. Карина Зверенова, Тимофей Печерский, специально для Нур-ТВ.